синхрон. Занудливая. Наше между переживает разлом целостности. Его часть, которая оборачивается вокруг меня, уже закончила свое лето, когда оно искрилось чувствами и жаждало жить. Испытав глубокое разочарование, оно теперь структурирует себя в слова, облекая в них и чувства, и мысли, пытаясь понять и разъяснить для себя. Бушевавший летний океан сменился ледовым периодом. Кристаллики льда – это жесткая форма воды, это те же чувства, но в другой форме. Для между это еще не зима, это оседающий на дно океана опыт, сухой остаток, да. А твоя часть нашего между еще как будто переживает позднее лето, чувства, эмоции. Твои еще в форме воды, ты чувствуешь симпатию, желание, гнев и умиление. Они сменяются в твоей душе, плещутся там. Иногда еще искрят. Ты разговариваешь с Создателем, спрашиваешь у него, зачем и за что, что мне делать теперь и прочее, прочее. Создатель слушает тебя и молча целует в макушку на ночь. А наше между тем хочет вернуть свою целостность, которая придаст ему его прежнюю силу, хочет синхронизировать наши потоки. Но как? Возможно ли это? Может предложить ему получить консультацию у специалиста по управлению временем, который бы смог притормозить мое время и ускорить твое? Или же ему проще стряхнуть и меня, и тебя, очиститься и пойти по своим делам? Несинхрон, занудливая.